30 лет на страже спокойствия. 1 февраля 2024 года юбилей отмечает полк Омской дорожно-патрульной службы. Круглую дату решили отпраздновать ярко. Начали с подарков. Молодые сотрудники получили ключи от новых патрульных машин. Лейтенанту полиции Лямову! Я! Товарищ генерал-майор полиции, лейтенант полиции Лямов, прибыл. Авто приобретены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Госавтоинспекторы получили в распоряжение 7 китайских кроссоверов «Хавейл». В патруль новые авто выйдут в ближайшее время. Качество транспортного средства – важный фактор успешной работы, говорят в управлении. Однако на первом месте профессионализм водителя. Конечно же, основной штык в данном подразделении – это инспектор дорожно-патрульной службы. Это тот как раз человек, сотрудник, который, несмотря на зной, жару, холод, несет службу на дорогах нашего Прииртышья, обеспечивает безопасность дорожного движения, правопорядок, помогает гражданам, людям. Первые дорожные службы в Омске появились в начале прошлого века, в 1928 году. Спокойствие мечей на городских дорогах тогда охраняли отделы регулирования уличного движения. Позже их сменил дивизион, а затем и батальон дорожного надзора. Сегодняшний Омский полк дорожно-патрульной службы – его правопреемник. Вспомнить историю и отметить работу лучших сотрудников представители ведомства собрались в культурном центре УМВД России. Сразу после награждения и праздничного концерта – работа. Сотрудники вернулись на свои посты, ведь служба не ждет.